Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня собираем беседку. Пока приехали, поставили каркас практически. Сейчас докручиваем прогоны. Затем пойдет, будем обшивать ее поликарбонатом и делать стол и сиденье из досок. Закончили монтаж беседки. Каркас у нас сделан из профильной трубы 40 на 40. Арки из трубы 40 на 20. Покрашены все полимером порошковым цветом. Способом цвет шоколад. Сиденье и стол из доски. Доска обработана антисептиком с тонирующим эффектом. Цвет венге. К земле закреплена с помощью кольев. Чтоб не улетело. Поликарбонат у нас на крыше бронза 4 мм, торцы защищены торцевым профилем. Вот такая суперская беседочка у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.